сегодня на нашем стадионе проходит ответная встреча команд за выход во второй группе первенства области по футболу. Встречаются команды Добрыни Город Владимир, выступающий в желтый футбол. Команда футбольный клуб Держач, город Держач, черно-синий футбол. Первая встреча на поле футбольного клуба Держач закончилась со счетом 3-0 в пользу Владимирской команды. Ага, стоп!
Сервис области по футболу желает дальнейших спортивных успехов. Удачи вам, ребята!